Всем привет! Пробуем снимать на телефон. Сегодня пришла очередная хреновина из Китая. Так, хреновина довольно-таки интересная. Здесь у нас пришел кайфун с Фастека. Модель я не знаю, увидите, скорее всего, в названии. Дошла посылка довольно-таки быстро. Подошла она за где-то дней 16. Так, какая-то бумажка. Бумажка. Ага, типа. А, это, скорее всего. А хрен его знает, я таких бумажек ни разу не получал. Но это, скорее всего, из-за того, что заказывал через PayPal. Так, iPhone версия 3 Style Plus. Ну давайте. Маленькая коробочка. О, здесь запасные ринги. Сам кайфун. Ха-ха, классно. Так, две секундочки, я сейчас вернусь. Вернулся. Кайфун я смотрю в сборе. Но мы его все равно разберем, нужно его почистить. Я решил посмотреть, как он будет выглядеть на моей сигарете. На моем моде. Вот такая вот граната. Да. Так. Во. Калюня мне говорил, что нужен, чтобы он не откручивался. Как раз он не откручивается. Ладно. Сейчас мы его замочим, ферю. Пускай полежит. Ой. Вот как все тут. У китайцев стружка. Да. Тут что-то намотано. Дужка намотана. Ну да. Заливай и кури, наверное, походу, из этой серии. Но Колька мне сказал, что нужно его почистить. Вот такой вот бак. Бак, походу, можно увеличить. А, не увеличить. Поменять на прозрачный. Давайте посмотрим, что ли. Че, я зря его раскрутил. Ну, вроде все. Классненько. Здесь таким с прозрачным баком. Еще сверху намотаю. Да, можно увеличить бак до невозможных размеров. Не, так не сделать. Ладно, хрен с ним. Вот такая вот посылочка. А, что посылочка? Погодите, еще не все. Давайте мы посмотрим на этот. Еще он разбирается. Никогда их не разбирал, так что не надо вот кричать там. Посмотрел бы сначала. Все, впервые. Все вместе с вами. Открываем, смотрим. Я еще и наматывать буду и не буду смотреть видео. Так, здесь у нас вот комплектики. Запасные. Две таких уже намотанные ниточки. Отверточка, шестиграничек. И айринги. А, и еще эти. Как их зовут, я забыл уже. Запасные пеньки для этого. Для спиральки. Слушайте, давайте посмотрим вот здесь. Я никогда не видел, как вообще засовывается туда этот.
Ой, вы хрень. И куда это совалось? Блин, походу все-таки нужно будет это вскрывать. Ну, вскрывать, в смысле, смотреть, как он наматывается. То я намотаю, блин, точно. Ладно, сейчас раскрутим. Снимем спиральку. Засунем ферри, почистим ее. И будем наматывать. Заснимем, как намотаю. Made in Germany. Ну, конечно, это Китай. Чистый Китай. Но. Так, ссылки оставлю в описании. Посмотрите. Вот такая вот посылочка у нас сегодня. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. У нас группа в соцсетях. Всем спасибо. Всем пока.